Привет, привет, мои экотуристы. Ну вот где и когда мы будем с вами разбирать книги? Наверное, только здесь, потому что покой нам только снится. Ой, приглашу вас и к обзору книг. Надо их сначала прочесть, чтобы вам донести. И к окружающей красоте, и к такому деревенскому комфорту, пока не пришла спальня. Ну что, выпьем кофейку? Нет, вот еще. Канадские выкрутасы. А это я, муженьку. В такой чашке Макс купил. Свечи нас ждут для вечеров томных. Да, для дел не темных. Мачете есть у нас с вами. Но немножко сумбурно, но что делать? Пытаемся обустроиться и принимать гостей. А сегодня мы с вами в спа. Вот так, тихохонько. Ну что, давайте на книжке закончим красивой. Вот так будем проводить свои волшебные не только вечера, но и дни. Верно? Ну что, обнимаю вас красотой, которая окружает нас везде. И обнимаю вас миром изобилия. Всем всего хватит. Приезжайте в гости к нам. Чао-чао.